Что ж, вообще, я хотела другое видео сделать, но мне нужно, опять же, расчистить территорию. И я покажу просто то, что я уберу на полочке в ванную. Вот этот, ладно, пусть он стоит здесь у меня. Этот крем, который я рассказывала в другом клипе. Болгарский крем, ничего особенного, стоит 3 копейки. Но мне так нравится, не знаю. Люблю я такие вещи. Я прям тащусь. Я открываю, и уже от того, что я нюхаю, мне приятно. А когда мне приятно, по-моему, всем приятно. Такая вот зависимость. Еще я купила крем, что меня потянуло на круглые банки. То есть у меня этих банок вообще полно. Dove Beauty Cream аж 250 миллилитров. Уж я не знаю, что я буду делать. Но это я готовлюсь типа к зиме. Зимой такой крем стоит чуть дороже. А там было на пару долларов дешевле, но, естественно, я схватила. Такой же точь-точь был синенький, но я что-то, я не знаю, я купила вот этот. Это пудра, которой я пользуюсь. Так как говорится, у меня все, что у меня на столе. Если вы спросите какое-то название, я даже не знаю, сейчас скажу. Nature Image. Номер 2, и потом идет какой-то приписочный номер. Сделано Лас-Вегас, 12-11 Town Center Drive. Вот так. Я думала, что это канадская вещь, а оказывается, это Лас-Вегас. Что еще? Гуляла по улице и нашла, то есть я уже как бы это тащу все в дом, но, естественно, я должна это выкинуть. Или кого-нибудь позвать на день рождения. Кто-то выкинул, я взяла, подобрала. Вот такие вот открытки. Если я вздумаю делать день рождения и пошлю открытки. Сейчас так никто не делает. А вот сейчас я думаю, что я буду с этим делать. Я, наверное, просто это сделаю, как вот здесь вот папочку положу и буду писать записки. Но вот эта вещь мне нужна, потому что я постоянно что-то клею. Это типа подарочный упаковочный набор с скотчем и еще разными наполнителями. Это мне в тему. Так, что я еще где подобрала? Подождите. Вот, кто-то взял, связал и выкинул, а я подобрала. Я, наверное, тоже так же выкину. Это вот такая вот фигня, вот когда ты ставишь наверх, и здесь отсюда выползают салфетки, да? Ну, я как-то не знаю. Что скажете? Выкинуть или передарить кому-нибудь? Так. И там еще были открытки, которые я использую. И фартук для детей, которые рисуют. Но я это использую для каких-то других целей или передарю детям. Так. Сегодня я немного использовала вот этих теней и вот такой вот хайлайтер. Вот он, хайлайтер. И немного вот таких теней. Они у меня там, наверху. Ну, вроде бы все. Да. Так, сам еще покажу свой этот наряд и побегу. Удивительная вещь. Чистый, приятный продукт, да, взять, выкинуть. Вот так. Вот такие лилии у кого-то растут. Для тех, кто любит цветы и окраины города. Я даже не знаю, что это за растение такое. И вот цветочки.
такой вот дворик. Идешь, идешь, и там идет железный дровосек. Растут. Специально для тех, кто любит цветы и окраины города. Я даже не знаю, что это за растение такое. И вот цветочки. Вот дворик. Идешь, идешь. Вот такие лилии у кого-то растут. Специально для тех, кто любит цветы и окраины города. Я даже не знаю, что это за растение такое. И вот цветочки. Такой вот дворик. Идешь, идешь, и там идет железный дровосек. Продукты Лореаль в Walmart. Такие цены.